Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы с вами поговорим о том, почему нельзя будить лунатиков. Лунатизм – это пограничное состояние сознания, в котором человек впадает после какого-либо стресса или страха. Стоит вспомнить знаменитое произведение Уилки Коллинза «Лунный камень», в котором описывается как раз случай лунатизма. Человек, который ходит во сне после пробуждения, не помнит абсолютно ничего, что с ним происходило во время ночных прогулок. Иногда бывали такие случаи, когда лунатика заставали спокойно гуляющим по крыше, причем все опасные участки он преодолевает как днем, гуляя по ровной дороге. Также бывали случаи, когда его будили, он терял равновесие, и все заканчивалось довольно печально. Он падал и разбивался. Связано это с тем, что момент лунатизма работает только подсознание, которое имеет свойство вводить и выводить человека из критических ситуаций. Все знают, что сознание и подсознание зачастую работают, взаимоисключая друг друга. Если человека разбудить, у него включается сознание, которое не может сразу же сориентироваться, где он и что с ним происходит, так как подсознание уже отключилось, и информация подсознания крайне редко просачивается в сознание человека. Поэтому ответ на вопрос, почему нельзя будить лунатиков, довольно прост. Дабы не навредить человеку в момент перехода из пограничного состояния в нормальное. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Наверняка оно будет для многих полезным. Лайк поставишь, счастье, любовь, здоровье, финансы к себе прибавишь. Аминь.